Над центральным городским стадионом Заречного звучат строки советского поэта Константина Симонова. Написанные в самом начале Великой Отечественной, они стали для солдат Красной Армии молитвой, которая помогала выстоять, вдохновляла на борьбу с врагом. Сегодня песня «Жди меня» — это символ памяти о мужестве всех, кто ковал победу на фронтах и в тылу. Эту и другие мелодии войны и послевоенных лет исполнили творческие коллективы Заречного, участники концерта, посвященного 78-й годовщине Великой Победы. Для каждого выходящего на сцену выступление 9 мая – особая ответственность. Всегда очень трепетно, потому что у меня дед воевал, и второй дед тоже погиб на войне, без вести пропал. Поэтому всегда как бы со слезами на глазах встречаем праздник, готовимся. Чувства артистов разделяют и зрители. У нас очень много родственников, которые воевали, и мы хотим все-таки таким образом как бы почтить память, вспомнить их. Все-таки этот, праздник и в нашей семье, то есть это все-таки затронуло и нас тоже. Победа есть победа. Как каждому приятно победить, а когда твоя страна победила, вдвойне приятнее. А у вас кто-нибудь воевал в семье? Да, воевал. О военном лихолетии и мужестве защитников Родины, о боли утрат и согревающей душу радости победы пели зареченцы. Вслед за горожанами на праздничную сцену вышел особый гость – народный артист России Василий Овсянников. Я прошу вас, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Песня о далекой родине, поклонимся великим тем годам, казаки, последний бой, песенка фронтового шофера. Знакомые мелодии вызвали горячий отклик у зареченцев. И в знак благодарности поколению победителей ночное небо над Заречным расцвело огнями праздничного салюта. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио компания «Заречный».